Всем привет, вы на канале CryptoFreelance. Сегодня у нас тестнет проекта Local Terra. Для этого нам понадобится расширение Terra Station Wallet. Ссылка на него и на сайт тестнета будет в описании. Дальше переходим в Faucet, копируем адрес кошелька, тут вставляем, проходим капчу и получаем тестовые монеты. После этого возвращаемся на сайт, и нам нужно будет сделать покупки, потом продажи. Итак, приступим. Нажимаем buy. Возвращаемся. Теперь тут ставим вот на это. Переходим к второму, например. Тоже делаем транзакции. Так, теперь переключаемся вот на эту валюту, я так понимаю. Так, возвращаемся. Теперь нам нужно будет сделать продажи. Все то же самое. Так, это мы сделали. После этого переходим в раздел «Мои предложения», создаем новое. Так, и тут ставим один, тут пусть будет 10. И также и то же самое делаем покупки, потом продажи. Снова мои предложения, сделать новые, единичка, тут 10, создаем. Так, теперь нажимаем продать. Так, осталось еще раз
и все. Так, теперь после всех наших действий нам нужно будет в Discord, я бы вам показал, но сейчас почему-то Discord проекта не работает, не могу зайти. Нам нужно будет вкладку «Мои трейды», да, сделать скриншот и отправить в Discord. И до скриншота добавьте адрес. Там где-то есть раздел вот, «Обратная связь», либо что-то такое. Ну, ссылку на Discord я оставлю. Если что, то в комментариях, может, подскажу, когда Discord заработает. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забываем про телеграм-канал. До новых встреч.